Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці гэта сацыёлаг Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне. Прывітанне. І палітычны аналітык Арцём Шрайман. Арцём, добры дзень. Добры дзень. Мы сёння пагаворым пра шляхі, пра дылемы беларускай апазіцыі. Нагодай для гутаркі для мяне, напрыклад, стала пэўная дыскусія паміж вамі розных вашых тэкстаў. Я дазволю сабе цытаты. Вот вы, Рыгор, у інтэрв'ю нашаму радыё сказалі, каментуючы апошняе пытанне Чатам Хаус, наступнае. Дэмакратычная апазіцыя свядома арыентавалася на актыўную меншасць. На яе былі накіраваныя дзеянні і офісу Ціхановскай, і НАК Латушкі. Адпаведна, частка грамадства, якую мы называем неўтраламі, была пакінутая без увагі дэмакратычных палітыкаў. Арцём, і ваша цытата. Калі раней ўнутры палітызаванага пратэснага электарата хапала памяркоўных, то цяпер робіцца ўсё больш непрымірымых, для якіх Ціхановская недастаткова рашучы палітык. Я сумняюся, што такіх людзей больш сярод тых, хто галасаваў за Светлану ў 20-м, але іх амаль напэўна больш сярод тых, хто застаецца палітызаванымі да 22-го году. Ну, на першы погляд вы гаворыце пра адно і тое ж, апісываеце адзін і той жа працэс. Але так выглядае, вы яго па-рознаму ацэньваеце. Рыгор, ну вот тое, што вы канстатуеце арыентацыю на актыўную меншасць. Ну, можа і добра, можа гэта непазбежна ва ўмовах надзвычайнай палярызацыі. Сярэдзіны няма. Ёсць дылема, ты са злом, ці з добром. Да таго ж памяркоўныя зараз дэпалітызаваныя. Пра гэта і вы гаворыце, Арцём. Ну так можа іх проста не варта браць пад увагу. Я думаю, што ўсё ж такі гэта не тое, каб сказаць добра, дрэнна там, але ў пэўнай ступені гэта непазбежна. Бо палітыкі, у прынцыпе, не могуць утрымліваць там бізарныя выбарчыя рэйтынгі там увесь свой час, да, пасля выбараў. Грамадства немагчыма палітызаваць увесь час, да, трымаць ось у некім уключным працэсе. Але я думаю, што ёсць пэўнае пытанне, на што ты траціш свой вось гэты выбарчы рэйтынг, на што ты траціш сваю папулярнасць, вядомасць, там сваё прызнанне ў грамадстве. Тое, што як бы людзі калісьці схадзілі на выбарчы ўчастак і ўсё ж такі кінулі бюлетень у твою падтрымку падчас саміх выбараў. І я думаю, што тут ёсць выразная праблема, што з гэтага разумення у сённяшняй дэмакратычнай супольнасці пэўна няма. Тобто гэтае рашэнне прымаецца не да канца свядома ці свядома. Тут можна па-рознаму падыходзіць, але ў любым разе гэта ёсць. І я думаю, што ёсць часам моманты, калі гэта досыць чорна-белы выбар. І ён у некай ступені лагічны. Напрыклад, самы просты прыклад гэта Украіна, так? Ну, то бок вельмі складана сабе ўявіць, што офіс Светланы Ціхановскай, напрыклад, ці там народнае антыкрызіснае ўправленне Латушкі магла заняць такую нейкую іншую пазіцыю, апроч як выразна падтрымаць Украіну. Бо гэта чорна-бела сітуацыя, таму было прынята такое рашэнне. Так, зразумела, што гэта адсікала там частку там пра расійскіх людзей ці там частку нейкіх іншых людзей, которые маюць там нейкі крыху адрозныя погляды. Я думаю, што тут досыць зразумела. Але некаторыя іншыя, да, рашэнні, которые прымаліся, но яны выглядалі з пункту гледжання там папулярнасці, рэйтынгу там. Но яны выглядалі досыць незразумела. Но я думаю, што самы просты прыклад у санкцыі. Тобто усе больш-менш усведамлялі сабе, што санкцыі гэта не тое, што прынесе нейкую папулярнасць. Там хліпа дзесь нават на верасень 20-го, тады апазіцыйныя палітыкі гэта усведамлялі, як коротко казалі, мы не будзем за санкцыі, як бы, гэта як бы, не тое, чого мы хочам. Але з цягам часу, як бы, паколькі не было іншых інструментаў, апазіцыйныя палітыкі гэта выходзілі, паглыблялі, і ў прынцыпе, ну, яны выглублялі на гэта. Тобто, яны ім на кірван выглублялі, таму што досыць рацыянальна, што людзі, звычайныя людзі, да, ну, не будуць у захапленні ад таго, што як бы, палітыкі тваёй краіны абіцаюць знішчыць эканоміку тваёй жа краіны. Тобто, гэта зразумела для некіх сярэдніх людзей, но негатыўна ўплывала. Таму я думаю, што вось гэтыя два прыклады паказваюць, да, што як бы, ёсць моманты, калі ты можаш ісці на нейкае там свядомае
свідомою стратою голосу, або є некі моменти, коли ти не можеш йти на цю свідому страту. І я, в принципі, думаю, що, приклад, санкція показує, що ось це було незрозуміло. Тим більше, давайте скажемо щиро, позиційні політики ніколи не мали впливу на те, як приймаються санкції, чи не приймаються. Тобто, вони ходили побач, да, якби, щось говорили, але по факту, якби, коли Захід хотів увозити санкції, він їх увозив, коли не хотів, він не хотів. Да. Ну, я кажу, що є певні громадські діячі, може, не політики, які розповідають, що вони ввогулі там двері ногою відчиняють в Брюсселі, в Вашингтоні. Так що, може, ви і не маєте рацію, що вони ні на що не впливають? Ну, я думаю, что приклады, как вот здесь санкции, разно показывают, что нема взаимозалежности помеж ногами чи дверима, да, и тем, как принимаются санкции. То есть, как бы, санкции до выпадка с Райнером, как бы, они не вводились, потому что, как бы, за, ну, то есть, они вводились вельми обмежованно, там, марудно и так далее. То есть, это было не, Захад не был в этом зацікавлен. Коли стало, что, коли режим Александра Лукашенко почал открыто робить нечто супраць інтересу Заходу, Захад одразу реагував і одразу якби моцно бив. І при гэтым ён не узгадняў свае рішэнні з беларускім дэмакратычным рухам. То бок меркаванне дэмакратычнага руху яго ў гэты момант асабліва не цікавіла. І гэта мы бачым, што якби толькі пастфактум там ужо нейкія рішэнні маглі нейкім чынам дапасоўвацца. Таму я думаю, што ўсё ж такі вось гэтыя дзеянні не былі для дэмакратычнага руху, якби яны былі дрэнны. Добре, Артем, а у мене до вас в певному сенсі адворотне питання. Ну, от напевно, з 94-го по 19-й год ми практично весь час чули одно і те, що от рашуча активна меншість доможеться переменам. Ну, в душках приведе до світлої будучині, так би мовити, несвідомою меншість. І казалося, от вийде 100 тисяч і режим обриметься. Ну, після 20-го году спадзеў, напэўна, скарэктаваўся, варта скарэктаваць. Але можна скарэктаваць, але ў тым жа рэчышчы. Вот выйдзе мільён, ці вось прыедзе пол Каліноўскага, і меншасць абавязкова пераможа. Вось вас натхняе такое вяртанне ў мінулае? Ну, это не единственный компонент наличия активного боевого меньшинства. Да? Нужно, чтобы сложились и другие звезды. А это, в частности, рыхлость, слабость самого режима, который не может этому активному меньшинству ничего противопоставить. Но пока в Беларуси мы этого не видим. Наверное, такие дни, возможно, недели были в августе 2020 года, но тогда не нашлось того меньшинства, которое бы оказалось достаточно решительным, возможно, да, или же были другие ограничители, связанные с Россией, с ее возможной ролью, с просто тем, что люди верили, что система иначе может рассыпаться и так далее. Ну, так или иначе, с тех пор, а, наверное, с сентября 2020 года у нас нет режима, который просто от появления на арене активного меньшинства испугается и убежит в лес. Кроме того, мне кажется, важным является поддержка, какая-то хотя бы пассивная поддержка действий этого меньшинства большинством. Да, нельзя сказать, что большевики в 17-м году, они пользовались там большинством лояльной поддержки себе со стороны всех, там, не знаю, большинства жителей Российской империи. И они могли вот на этом, как бы, будучи, тем не менее, меньшинством, но на этой волне взять власть. Но хотя бы лояльность им и силам в родине, левым радикальным силам, она была намного выше, чем правящей монархии. В Беларуси все-таки не так. У нас общество поляризовано. Мы ушли от ситуации 2020 года, где было значительное большинство, судя по всему, сплотившееся вокруг демократического протеста, и где-то треть белорусского общества, сплотившееся, там, или даже четверть, вокруг Лукашенко. Сейчас ситуация выглядит более зеркалоподобно, да, она теперь более сбалансирована, и поэтому нельзя сказать, что, я не знаю, появившийся полк Калиновского вдруг опирается даже на большинство с точки зрения электорального, да, с точки зрения просто общественной разбивки. И уж тем более, я уверен в этом на много-много-много, что называется, процентов, что такие действия не поддерживаются большинством внутри протестного электората. Это означает, что легитимность насилия со стороны, по отношению к власти и к ее там, сторонникам, она, конечно же, стала, ну, более приемлемо с 2020 года. Я думаю, что больше людей стало воспринимать радикальные призывы и
считать, что не надо было снимать там обувь перед лавочкой. И я думаю, что вот кейс Зельцера очень сильно обнажил этот новый раскол в белорусском обществе. Но я думаю, этого количества людей, этих пассионариев или там тех, кто готов поддержать пассионариев, все еще недостаточно для того, чтобы можно было считать, что такие люди отвечали бы интересам и запросу большинства. И поэтому не всегда достаточно активного меньшинства. То есть, возвращаясь к моему изначальному тезису, это лишь один из компонентов этого, там, ингредиентов этого коктейля. Но, наверное, даже и не главный. Я думаю, даже скорее все идет от большинства, которое ищет себе такое вот активное меньшинство, которое бы выразило ему интерес, а не наоборот. Активное меньшинство приходит и навязывает пассивному и нежелающему этого большинству свой радикализм. Егор, а как вы оцениваете вот эту ситуацию? Как вы отказываете, может, такое дитячее питание, а на во что большинство? Вот вы, коли отказывали на мое питание, сказали, ужили, вырос голосы, что кто-то там различивает на голосы. Григорь, какие голосы? Размова про большесть, про меньшесть на первый погляд. Мое значение только у электоральной демократии, где есть свободные выборы, можно различивать на то, что вот больше за тебя проголосуют. У Беларуси какие выборы? Их в 20-м годе так умовно были. А теперь про какие выборы говорка? И вот эта вот электоризация политики, что, мовляв, там, кольки отсотков за тое, кольки отсотков за тое, ну, какое это значение мая? И вот то, что Артем сказал в 17-м годе, когда Ленин кидал своих боевиков на зимний, кто там подличивал? Большесть, меньшесть? Может быть, это просто не мая никакого значения. Воля до влады выращая. Нет? Я думаю, что все ж таки у выпадку демократичных политиков шмат у чим легитимность будуется миновито на праве казать, что ты представляешь некую значную часть громадства. И это не может быть меньше. Да? Ты кажешь, что ты представляешь большесть, что ты представляешь велизарный ковалок людей, которые кажут, что треба поступать так, те инакше. И это, в принципе, створяет само по себе совсем меньшую атмосферу в громадстве. Когда я говорю, в громадстве есть разумение, что что-то идет иначе. Вот, например, в 20-м годе, я думаю, что все-таки в громадстве было аккуратно. Это я ощутил, как бы, такую дозу уникальную для Беларуси, что, саправды, люди проголосовали за Лукашенко. Что, саправды, он уже не той, кем он был ранее. Что, саправды, повинно что-то изменяться. И это все-таки створяет іншого сприйняття ситуації. Це мало іншого сприйняття ситуації внутрі самої системи, серед навіть тих же самих міліціонерів і так далі. Да? Тобто зрозуміло, що режим утримався дякуючи войовничості, да, гвалту, якби там певної кількості, да, там десятка тисяч певно чоловік. Але якби ми утрималися при цьому. Але якби все одно система внутрі була розшатана. І це створює якби так само переваги для демократичної політики, коли вони звертаються до самої системи, тобто коли вони мають можливість якби казати системі, да, казати іншим чиновникам, що глядіть, давайте ми зробимо інакше, давайте ми щось зробимо інакше в цій країні. Тобто, коли б тепер у Білорусі був політик, який міг би можливість розмовляти, да, звертатися принаймні до того ж самого чиновництва, і він было бы всем известно, что этот человек имеет большую поддержку, чем Александр Лукашенко, но это бы створало бы иное уражение у этих людей. И это бы створало иную атмосферу в громадстве. И я думаю, что все же таки, так само, вот, про насколько важно вот, это электоральное, да, воспринять все политики, что все же таки все одно все вырешится после выборов. То бок, оно все одно, кто ты придет. Я не хочу зараз там сводить все до взятых там большесть, меньшесть там. Артем абсолютно слушно сказал, то бок, что это все как бы один из факторов, как бы, и там раскол элиты может быть в 10 раз важнейший, ну, короче, чем то, что отбывается на выборчем участке. Именно для снижения самой авторитарной влады. Но в любом разе все одно мы повинны привести до выборов. И хочется за все, это выборы не свободные. Это полусвободные, немножко свободные, да. Але некие выборы, у которых открывается окно мощности. И разумеется, что тогда в это окно мощности треба зайти и перемогчи. Потому что от воротного выпадка, коли это не отбудется, ну, можно только протягнуть этот авторитарный режим, как бы. И, в принципе, как показывает практика многих там таких электоральных авторитарных режимов, в принципе, можно навод
не маючи там вельми великой бочки. Ведайте, Рыгор, я в свой час, я вас перепыню, як сказав в свой час один белорусский политолог, что крах авторитарного режима – это не его пораза на свободных выборах, это сами свободные выборы. Это уже так, есть его пораза. Навод, коли он выиграет на них, что малоимоверно. Да, да. Але пытание в том, что на них повинно нечто отбыться. Как бы, чему они отбываются у крыху свободнейшей атмосферы. Так, как бы, зрозумело, что как бы, я бы, народ бы не сподевался на никаких, видите, там, особливо свободных выборов в Беларуси в ближайшие годы. Навод, там, коли будет, уже будет как бы этот режим далее как бы деградовать, але в любом разе знаются люди, которые будут хотеть утримливать его в таком стане, каким он есть. Чтобы выборы хоть будут крыху свободным, да, пау свободным. Принамсі такими, какими они были в 6-м, 10-м, 15-м. То, что бывалось, мы лечили, конечно, страшенными порушениями, или мы в 20-м году побачили, что такое соправданное страшенное порушение. Я думаю, что в любом разе, когда политики демократичные будут свою легитимность на демократичных принципах, стандартах, они должны апеллировать до большинства для того, как у вынику домогчися неких значных изменений, которые бы отрисовляли бы, да, звичайные люди. Артем, вы уже сказали про раскол. Ну, саправды, вот есть даденные и Чатам Хаус, який представляю Рыгор, и даденные социолога Филиппа Беканова, они были огучены в рамках проекта «Белорусский трекер переменов», в яким удельничаете вы. Я могу еще пригадать и ваш выступ на клубе Алексеевич, когда вы сказали, что вот белорусское громадство расколотое, разорванное, его вельми складано сшить. Ну, сутность то, что как бы края, они довольно великие, по 25-30%, ну, которые просто один одного, что называется, на дух не могут переносить, они один одного ненавидят. Они один одного ненавидят больше, чем кого бы ты бы то ни было инших. И вот в этой ситуации это все-таки разные стратегии. Одна – это, что треба как-то сшивать, как-то их примерять, а другая – ну и не треба. Мы переможем. Мы же правы. Добро ж на нашем боку. Чему мы повинны как бы не сшиваться со злом? Як, вот, на ваш погляд, эта проблема повинна быть вырешена? Кем? Кем-нибудь. Одним с боков. Ти Богом, я не ведаю, Господом, так сказать. Громадством в целом. Ну, скажем, одним с боков. Я бы сказал, что если мы говорим о демократических политиках, то они после 2020 года естественным образом перешли из режима электоральной конкуренции за какие-то массы народные. Да? Мы четко видели, как менялась их риторика. Вот в 2020 году они избегали спорных тем, от Крыма до всего остального, да, и тот же Бабарика, когда его спрашиваешь про его любимую тему, там, рыночные реформы, постоянно пытался сглаживать эффект себя, как от такого шокового терапевта. То есть они все понимали, что им надо конкурировать за вот серединного этого нейтрального избирателя, потому что своя у них как бы ядерная аудитория уже в кармане. Я думаю, если бы нас объявили плюс-минус свободные выборы или даже частично свободные выборы, то люди, которые бы на них пошли, снова бы вернулись к такой риторике. Они бы пытались... Я сомневаюсь, что даже бы в ситуации войны России и Украины они пытались бы говорить, что нет-нет-нет, нам нужно сейчас порвать все связи с Россией. Все равно пытались бы апеллировать вот к максимальному числу избирателей. Но с момента 2020 года демсилы вышли из режима конкуренции за умы. Они вошли в режим свержения режима. И это война политическая война с применением уже таких карательных международных мер, в первую очередь санкций, у них другого инструмента действительно нет. Я бы сказал, что здесь скорее их недоработка, может быть, коммуникационная оказалась в том, что они не смогли предложить своему домашнему избирателю, который еще все еще их слушал какое-то время после выборов, ну это просто постоянно сжимающееся поле белорусов, да, количество людей. Они не смогли предложить какую-то альтернативную позитивную повестку, что-то внутреннее, да, что-то про проблемы людей внутри страны, а по сути просто ретранслировали то, что они говорили на встречах с западными политиками вовнутрь. Возможно, это была ошибкой тактической. Но, честно говоря, я
здесь соглашусь с подтекстом вашего там, критического вопроса Рыгору в том, что логика электоральной кампании, она не может продолжаться слишком долго за пределами электоральной кампании в стране, где выборы – это не такой перманентный процесс, как в США, да, а очень такое разовое мерцающее событие. Да. Поэтому я здесь не вижу какой-то колоссальной ошибки. Я думаю, вполне очевидно, что Светлана Тихановская с момента, там, с, может быть, с Нового года 21-го, с 20-го на 21-й год, она ну, перестала пытаться расширять свою базу электоральную внутри страны. То есть никаких усилий в эту сторону больше не предпринимается ни ей, ни ее. Мы это видим. И другие политики, в принципе, примерно так же. То есть весь фокус их риторики, коммуникации, международной деятельности, он направлен на то, чтобы сковырнуть, да, вот снести этот режим. Он не про «полюбите меня». То есть я разумею, что еще одна из мэтов – это мобилизация своих. В том числе, я раблю то, что вы да, хочете. Да, 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 я согласен. И тут большой вопрос, можно ли было бы иначе. Да? Мобилизуемы были бы нейтралы. Я в этом не уверен. Я думаю, что силы, которые вытолкнули большую часть нейтралов в деполитизацию, они за пределами контроля оппозиционных и любых других политиков. Это деполитизация, этот страх. Это нежелание связываться с опасной тематикой, это усталость от грустных новостей. Это намного серьезнее, чем какие-то слова, которые могли бы сказать лидеры из изгнания. И поэтому пытаться продолжать усиживать на двух стульях, да, померкованных нейтралов, которые не хотят санкций, которые не хотят ВЧБ, которые хотят дружить с Россией, например, в большинстве своем, и своего ядерного, все более поляризующегося электората, я не представляю, как это может сделать один человек или одна сила, или надо было бы просто сознательно взять и делить... что называется, ты хороший полицейский, я плохой, да, ты работаешь вот на часть нейтралов, как там, если бы Виктор Бабарико был на свободе, возможно, он бы занял эту роль, да, а вот я, там, Светлана Тихановская, Павел Латушко, мы работаем на свою ядерную аудиторию, и таким образом держать этих людей в своем поле, да, в своем охвате. Но это все, конечно, как гипотетика. И я не уверен, что это было бы возможно. Короче говоря, мне кажется, мы рассуждаем о вещах, которые вне контроля человечества. Это более фундаментальные такие полуприродные явления. То, что волна политизации схлынула, и дальше, ну, ты не убедишь человека, который не хочет читать про политику, начать про нее читать, интересоваться и поддерживать тебя только лишь потому, что ты как-то танцуешь с риторикой вокруг спорных вопросов. Егор, ну вот Артем уже сказал про Виктора Бабарику. Сапраўды неких таких, ну я бы сказал, буйных фигур, якія бы ставили за мету вот сшить этот разрыв, может быть, и не было, але можно означить вот выступ культурного деяча Артура Клинова, политика, чальца как раз штабу Бабарыки Ивана Кравцова, якія, ну, в принципе, казали про то, что а добро было бы как-то вот эту прорву засыпать. Клинов это сформулировал так, давайте мы вернемся в 2019 год. И, до речи, ну, по некоторых звестках, вот эта идея, а давайте мы вернемся в 2019 год, она, как бы, луная, присутничая и сярод людей на другим боку, на владном боку. Далеко не все такие, как Озаренок, Тимуковозчик, какие с вылупленными очима, значит, знищить там, вот как про Артема недавно Муковозчик написал, что «як таких убачишь, так знищай, столько разов, кольки убачишь, столько вот и не». Ну, так не все на тем боку як бы, лечат, и вогуле это лечат идеалом. Так вот, на ваш погляд, який потенциал, ну, як бы, померковной политики в Беларуси, сшивание этого разрыва, чи есть он вогуле? Я думаю, что этот потенциал, безумовно, есть. Я думаю, что с разных боков есть люди, которые хотели бы сшивания, але я думаю, что с обоих боков есть элитарная колькость людей, которые бы не хотели бы этого сшивания. И я думаю, что в первую очередь это Александр Лукашенко. Потому что он является, и его уже там режим, да, там наибольшие там близкие там, представники этой системы. Потому что они являются бенефициарами поляризации, да, про дегуманизацию, представников оппозиции, да, про называние их террористами, экстремистами и так далее, они дают себе абсолютное право как бы, знищать этих людей.
да, то писать, что вот знищаю столько, сколько сустрэнеш, да, и этом они сами себе оправдывают и могут протягивать, робить то, что они как бы робят теперь, и зразумело, что для них это вельми выгодная позиция, потому что она единая, которая дает их возможности, потому что любые спробы сшивания для действующей улады, ну, это как бы смерти подобно, потому что как бы она не может уже сшить то, что она вот так разорвала, она уже не может принять никакие там меньшие меркования, потому что это меркование все одно будут упираться в некие конкретные речи, там, злочинство, да, катование, как бы, забойство, и это все туда как бы будет упираться, и треба будет дать некий выразный отказ, что это было, кто за это отказный, правильно, неправильно, то как сегодняшняя система, она на это как бы, сегодня не сдольна. И тому как бы, для их, как бы, поскольку они не могут уже притормозить, ну, им простее тиснуть на газ далее, и далее догнозовывать, далее... Ну, это один аспект. А другие, то есть один аспект – это то, что есть великие силы, которые будут этому все предстоять. Варто сказать, что эти силы есть и на другом боку, на оппозиционном. Але те есть некие силы, сила, которая бы все-таки настаивала на этом парадку дня, ну, назовем его сшивание. Ну, я думаю, что... Я назвал несколько постатей, ну... По щирости, яны несовымерные, скажем, не с Латушком, не с Тихановским, конкретно назовем. Да. Я думаю, что, на великий жаль, сегодня мы таких сил не можем побачить. То мы можем себе догадаться, кто это может быть. Напевно, бизнес супольный заинтересован на тем, как неким чином уже выйти из этой вечных санкционных проблем, как бы, из этого там, кризиса и так далее. А я тут пытание в том, что на самом деле ситуация наша уже нашмат больше, чем мы. Мы находимся в стане как бы, войны, мы находимся в стане как бы, нового кризиса, конфликта как бы, в нашем регионе. И тому как бы, уже частково не от нас тут шмат что залежит. Навод, когда кто-то вельми эмоционально все захотели бы сшивания, пытание в том, что смог бы Александр Лукашенко нечто сшить. Навод, когда бы нечто захотел бы это, ему бы так само позвонили бы, сказали там, с Кремля, зачем ты это делаешь, почему? Это все-таки достаточно небеспечная война, как бы. И я думаю, что вот тех умов, в каких мы теперь находимся, по опыту нашивания, да, с каких-то буйных акторов, ну, их не видать. То есть они могут заявиться, там, по-моему, церкви, там, видите, там, некие инши, там, такие люди, которым заинтересованы в спокойной атмосфере. Але это не те люди, которые теперь уявляют себе нечто. Ну, мейнстрим, коли казать про оппозицию, мейнстрим оппозиционный совсем меньше, конечно. Латушка кажа, вот цитата, Лукашенко не покинул Беларусь, меньшего выбору, а проча повстанье. Тихановская кажа про створенную сетку подполья в Беларуси. Демократичный форум демократичных сил, який, правда, хотел Тихановскую зрынуть, хочет зрынуть Тихановскую. Вот. И он так само, значит, вырешает засновать белорусский вызвольный рух. Рыгор, ну а вот на ваш погляд, с уликом и даденных опытаний, и, скажем, белорусской истории, вот какие деяния могут изменить ситуацию в Беларуси? Могут изменить зараз, коли такие есть? И могут изменить, может быть, в некой отдаленной перспективе, какие вот сегодня будут працевать на эту перспективу, на наближение пирамидов, которые, махчима, зараз просто немахчима, вот, что б ты ни робил, что б кто ни робил. Я думаю, что, что было бы важно сделать демократичному руху, это все-таки признать свои часовые перспективы. Чтобы кольки годов что занимает. Я думаю, одна из проблем, какая была вот у демократичного руху, что навод люди там осведомляли, что как бы змены не отбудутся вось-вось, але яны жили не в этой же самой парадигме. Да? И мы называли весь сейчас режим Лукашенко диктаторским, але чомусь как бы после удивлялись, когда этот режим поводил себя по-диктаторски. То бок, все ж таки усведомление того, что эта история не на полгоды, да, что это не история, в которой ты обещаешь завтра народным ультиматум, альбо огульно краиновую забастовку, альбо еще что-то, что это куда-то приведет. То бок, это не та история, в которой мы теперь находимся. Мы находимся теперь в истории, как бы, когда мы
калі беларуская рэвалюцыя прайграла, калі патэнцыял гэтай рэвалюцыі шмат у чым знішчаны. І пытанне цяпер у тым, як бы кім стане беларуская рэвалюцыя можа ўвайсці ў новы палітычны крызіс. Ну, як ён будзе выглядаць? То бок, хутчэй за ўсё, ёсць некалькі там асноўных рэчаў, пра каторыя як бы досыць усё зразумела, да, на існаванне нейкіх выразных структураў, каторыя як бы дзякуючы якім можна было б выбудоўваць нейкі шлях да дзеянню. Я не хачу зараз, каб гэта гучала як на млын там всіх гэтых вызвольных рухаў, то бок я скептычна да іх усіх стаўлюся. Мне падаецца, што гэта проста гульня са словамі, чым большая дзейнасць, але як бы я думаю, што без структуры нейкай зразумелай тут цяжка нешта адбыцца. Ці прынамсі без разумення, хто што робіць. Я думаю, што зразумела ўсім, што як бы ў любым разе гэта павінен быць нейкі раскол, да, унутры сістэмы. То бок хто на гэты раскол будзе працаваць, цяпер незразумела, хто на яго працуе. Ну, то бок як бы калі гэта адна з асноўных рэчаў, якая нас можа прыблізіць, то бок хто на гэта працуе. Зараз мы не бачым такіх людзей, хто бы на гэта працаваў. Хутчэй за ўсё, там частка людзей бы выразна працуе наадварот, на ўмацаванне гэтай сістэмы. Каб яна больш цэментавалася. Пытанне наступна там зноў ж пра тую ж самую электаральную большасць. Так? Ну, то бок, калі мы нам трэба электаральная найбольшасць, так як мы можам атрымаць? То бок, ці як людзі... Вольным рухам, ну, вот вам же адказваюць. Не, ну, пытанне ў тым, што вы ведаеце. Тут же пытанне патэнцыялу, да? Якби, калі у Александра Лукашэнкі ёсць десятки тысяч людзей, да, которые готовы забіваць, у нас іх не десятки. Ну, у нас, а з боку там, демократичного руху, іх не десятки тысяч. Ну, так прошла тоді розмова. Артём, ну, я ведаю, што вы заўсёды кажаце, што я нікому не даю парады, я аналізую толькі сітуацію. Ну, от я вас попрошу даць параду ў выглядзе аналіза. Вот как бы какие все-таки на ваш погляд, какие шляхи, какие методы могут, ну вот я кажу, наблизить перемены, не створить, может, не здействовать, а наблизить. Чем я вот, коли казать исторично, да, вот белорусская ситуация теперешней паразы не похожа на попередние. Скажем, после 63-го года, 1863-го года, ну так, там вешали, там... Шибеницы стояли у Вильни. Але у Российской империи в целом и шли реформы. И шла реформа судовая, и шла реформа университету. И какие-то люди могли пойти в адвокаты. Возникла адвокатура. И как бы вот в этом себя проявить. После 5-го года, ну, например, той же Скирмунд, он стал депутатом Держдумы. До 5-го года он не мог стать депутатом Держдумы, потому что Думы не было. Выником революции, хай и проигранной, стала, ну, певная либерализация. Теперь какие думы, какая адвокатура? Адвокатуру всю нищет. Вот. И в этом смысле вот, как бы, пытание, что робить. Ну, я еще раз вам кажу, у меня до вас пытание аналитичное. Вы бачите те шляхи, какие пропонуются, какие гучать. Некоторые из них я перелечил. Вот как вы их оцениваете? Их махчимую, как бы, гипотетичную эффективность. Они могли бы быть гипотетически эффективны в сценарии, который, мне кажется, довольно маловероятный. Если он материализуется, сценарий довольно спонтанного, внезапного, непонятно откуда взявшегося ослабления белорусского режима, когда он возвращается в полное состояние растерянности, когда левая рука не знает, что делает правая, когда у него не осталось внешней поддержки в виде России, и тут происходит какая-то резкая кристаллизация протеста из-за чего-то возмутительного, из-за повышения цен, я не знаю, на последний хлеб, который остался в Минске, из-за закрытия многих предприятий, из-за какой-то вспышки насилия, которая превосходит все, что мы видели до сих пор, и возмущает даже запуганное сегодня белорусское общество. Вот... сценарии такой вот полусиловой партизанской мобилизации могут сработать вот в таком сценарии. Я не думаю, что это самый вероятный исход, разумеется. А скорее нас ждет какое-то такое угасание, гниение системы вслед за гниением, угасанием ее главного внешнеполитического, что ли, донора, да, патрона. Я не уверен, что в силах белорусских демократов каким-то образом повлиять на этот процесс напрямую от из Беларуси. Мне кажется, что если что-то может помочь, то максимальная помощь Украине в том, что она победила в этой войне,
чтобы Россия была по ее итогам ослаблена, и таким образом это бы, как одна из основных подпорок белорусской власти, привело бы к ее схлопыванию, да, в какой-то временной перспективе. А представить себе сейчас какую-то другую деятельность на расшатывание этой системы изнутри, вот такое обволакивание ее, встраивание в какие-то системы вроде Госдумы Николая II, ну просто невозможно за неимением таких институтов. Да. Нет институтов, которые существовали до 19-20 года, которые позволяли некому такому локальному спорадическому симбиозу гражданского общества и власти, эти нити, которые были построены и которые порвались в 2020 году, и которые, если бы, наверное, они были намного более, что называется, мощными, то они могли порваться в таком месте, что Лукашенко бы снесли, да. Но они оторвались таким образом, что гражданское общество снеслось. И поэтому теперь я не вижу того окна возможностей внутри страны, той тактики или стратегии, которая могла бы, именно как вы это сформулировали, ускорить, не знаю, конец этого авторитарного режима. Каждый день робить штости, что я, вот да, как да, бы вот именно, выстрелило вот раз там 10 лет. Абсолютно. Вот, нет, это другое. Это, вот вы сейчас, Юрий, задали другой вопрос. То, что ускоряет гниение или деградацию этого режима, вот здесь я не вижу ничего, кроме вот, воздействия через Россию. А вот готовиться к моменту, когда это настанет, это другая тактика. Да? Можно, то, о чем говорил Рыгор, выстраивать структуры, горизонтальные структуры. Я считаю крайне важной ситуацией разгрома независимых СМИ, работу с отстраиванием новых каналов дистрибуции своей информации, коммуникации с людьми, социальных сетей, каких-то новых креативных путей достукиваться до людей, чтобы когда придет политизация, когда придет политизация по несвязанным с оппозицией или там, с демсилами причинами, эти каналы были рядышком, они были доступны, и к ним прильнули так же, как прильнули к Нехте и к Тутбаю в 2020 году. Вот такие вещи, подготовка, подкладывание соломки под будущую политизацию, это, конечно, рациональное действие для демократических сил. И вопрос в том, могут ли они, есть ли у них энергия и ресурсы, чтобы распылить ее одновременно на какие-то свои тактические национально-вызволенные рухи и прочее лоббирование санкций здесь и сейчас, и на вот такую вот стратегическую работу, я не знаю ситуации с их ресурсами, человеческими, финансовыми и всем остальным, потому что это очень серьезная работа, которую, честно говоря, никто никогда целенаправленно не делал. То, что произошло в Беларуси в 15-19 годах, это органический рост этого гражданского общества. Это не чей-то план, что-то пришел и сказал, а теперь мы развиваем сеть, которая нам поможет через 5 лет на волне пандемии снести режим Лукашенко. Ну, это все наросло само собой. Вот. И в этом смысле важно тоже также осознавать, что вот то, что, мне кажется, ни один политический лидер, скорее всего, не примет, что если у нас не будет сценарий штурма зимнего, да, если у нас не будет сценарий спонтанного такого взрыва протестного, то есть немалая вероятность, что будущее поколение белорусских политиков, которые и будут менять нашу страну, они будут вообще никак, ну, то есть они будут происходить из каких-то других слоев, сегментов белорусского общества. Они могут не иметь ничего общего с сегодняшней политической диаспорой. И в этом смысле и это делает сложным для лидеров политической вот диаспоры и эмиграции работу на своих преемников, да. А это как если бы вы сказали тем, кто собирался там делать праймериз в конце 19-го, начале 20-го года, что, ребят, вы сейчас занимаетесь фигней, вам нужно на самом деле готовить офисы под сбор подписей для Бабарика, потому что вот это выстрелит, да. Вот здесь то же самое, очень сложно убедить людей работать на тех, кто придет на волне, которая их смоет. Вот что очень, мне кажется, парадоксально здесь. И поэтому я поэтому не даю советов, что они бесполезны. Никто их слушать не будет всерьез. Отчасти это тоже причина. И мне кажется очень важным, если вы позволите вернуться к вопросу, который вы задавали раньше, о запросе на вот эту компромиссную позицию. Мне кажется, что здесь есть то, что называется в английском языке гейткиперами. Да? То есть люди, которые контролируют дискурс с обеих сторон. Сегодня появление компромиссной силы невозможно, во-первых, по тем причинам, о которых говорил Рыгор, у нас произошла очень серьезная морализация политики. Да? Невозможно сегодня взять и сказать, теперь мы перевернем страницу. Ну, то есть, если вы демократический политик, то вы останетесь примерно на уровне узнаваемости Сергея Черечня, если вы будете в своей повестке сегодня делать «переворачиваем страницу». Ребят, навоевались и хватит. Просто потому, что даже СМИ не будут на вас обращать внимание, потому что СМИ тоже находятся в состоянии гейткиперов более пассионарного подхода.
И то же самое с другой стороны. Если вы какой-нибудь там, я не знаю, не хочу переходить на личности, ну, допустим, сторонник того, что происходило в 18-19 годах в Беларуси. Какой-нибудь Янчевский, Макей, я не знаю, кто там еще остался. Но если вы вслух это скажете, то вас сгрызут. Вас просто сгрызут вот эти же все озаренки и муковозчики, потому что с их точки зрения тоже произошла морализация. Что вы тогда помогаете врагам. Вы не на страну работаете. Вот есть мы, а есть враги. Вы злу помогаете. Ничего не... Это соображение самосохранения, собственной безопасности, политической или физической, они заставляют сторонников такой примирительной линии молчать. А есть ли на нее запрос в обществе, Бог его знает. Я не уверен в этом. Я не знаю этого, правда. То есть наверняка есть множество людей, которые бы это поддержали, но мне кажется, что множество этих людей сейчас деполитизировано. И поэтому вот реально нашло ли бы СМИ, которое бы взяло своей повесткой повестку Тутбая 18-19 года, нашло ли бы оно сегодня аудиторию, Бог его знает. Правда. Это такой очень сложный вопрос, который надо тестировать. Ну и наприкінці Росія. Росія є політичний вибір. Ну от зараз опозиційні політики, які поміж собою вони можуть споборничати за лідерство, але вони декларують так чи інакше європейський західний, прозаходній вибір, так би мовити, коротко кажучи, притча до Росії. Але дадзені соціологічних опитанням, ось принамсі і Чатем Хаус, і Біканова, здається, і Білоруської аналітичної майстерні, показує, що ну, поділ може не поровну, але він істотний. Тобто сказати, що от більшість білорусів, скажімо, яка впала в жах після от війни, після того, що Росія творить в Україні, і вона відштовхнулася від Росії, не відштовхнулася. Она, многие могут осуждать Россию, хотя далеко не все, до речи. Але что тычется ставления до России, то вот, вот такого вот преча до России, вот его нема. И частково то же питание про большесть, меньшесть. Вот как вы оцениваете вот эту ставку, что наш шлях на Запад, Беларусь, Европу, в теперешней вот ситуации? Артем. Ну, это, разумеется, идет в резонанс с мнением большинства, в диссонанс, простите, я неправильное слово употребил. Разумеется, сегодня нет. То есть мы видим, что оппозиция довольно давно, но сейчас особенно сдвигается на сторону абсолютно классических, прозападных, проевропейских, проукраинских, в данном случае, антикремлевских позиций. И лично для меня моральная сторона этого выбора не вызывает никакого вопроса. Сегодня нет места для... Очень мало места в риторике для какого-то шпагата. Ну и, честно говоря, это бы явно не понял ядерный электорат этих людей. Тот, который их до сих пор воспринимает и слушает. Поэтому тоже вопрос, насколько они могли бы занять другую позицию. Но общество действительно, судя по всему, в обществе идут абсолютно такие другие процессы. Есть снова-таки закаляющиеся ядра по краям, да, пророссийский электорат, судя по всему, становится более таким радикально пророссийским, потому что мы видим, что цифры сторонников объединения с Россией в одно государство Вардамацкого впервые, по-моему, превысили 20% суммарно, то есть всегда это было 15, 12, 17 суммарно, то есть те, кто за некое конфедеративное союзное государство и те, кто за вступление в состав России, часто больше 20. Вот. И мы видим, что на другой стороне тоже есть небольшой рост за Евросоюз, за НАТО, такие меньшие цифры, но он тоже есть. Он в маленьком как бы ядре, но он существует. И количество людей, которые выбирают такие ранее нам казавшимися компромиссными, а сегодня все более наивными варианты про «давайте будем в союзе с теми и с теми», вот этот вариант просто начал проседать страшно. Вот. Но при этом, при всем, то есть при том, что нет явного отталкивания от России как от ценностного некого, ну, даже не ориентира, а просто родственника, да, в глазах многих белорусов, то есть этого отталкивания, наверное, не происходит, но происходит то, что фиксируют опросы Рыгора, вот Чатем Хауса, это остывание симпатий к оборонному союзу с Россией. То есть тренд на остывание симпатий к ОДКБ, он абсолютно реален. А белорусы даже, которые говорят, что мы, может быть, там, не знаю, виним в этом всем Запад, в эту всю войну,
в этой всей войне, мы виним Украину. Тем не менее, давайте-ка мы лучше не будем записываться в чужой строй. Да? Вот этот вот запрос на «не трогайте нас», не хотим, чтобы как-то так случилось, что из-за какого-нибудь ДКБ наши мальчики воевали под Харьковом. Вот это все, я думаю, реально. И это открывает колоссальное окно возможностей для критиков действующей власти. Потому что вот использование белорусской территории для атак на Украину, потенциальное вовлечение белорусской армии, то, на что иногда Лукашенко намекает, вот это все для него колоссальный рейтинговый балласт. Да? Это все тянет его на дно. И поэтому вот на это я бы на их месте, наверное, напирал, а не на то, что мы выведем страну в евроатлантическое сообщество. То есть здесь есть более такой компромиссный, что ли, и очень удобный для демократических сил аргумент. Ну и он, по сутности, консенсусный, потому что это один из нешматликих пунктов, вокруг якого большинство, как Вардамасский сказал, консолидация без тягу. Если мы говорим про именно не вступление белорусов в войну, да, если про ДКБ, там еще все сравнимо, да, но тем не менее это намного популярнее, чем идеи евроинтеграции. Идеи даже не вмешательства, а не присоединения. То, с чем Лукашенко когда-то носился, как единственная европейская страна, член движения неприсоединения. Так вот, идея неприсоединения к каким-то войнушкам, она могла бы стать, вот пацифизм, просто пацифизм, мог бы стать для любых будущих белорусских, там, я не знаю, политических чемпионов хорошей такой повесткой. Григор, и то же питание до вас. Как вы оцениваете вот этот курс проевропейский, прозаходний, які декларуют зараз, ну, мейнстрим, скажем, оппозиции? И, ну, вот раз эту тему как бы закранул Артем, накольки махчима, поводле формулы Вардамасского, как бы консолидация со стягом и каб гэты стяг был не удел в войне? Я думаю, что, коли казать про заходнего разные выборы демократичной оппозиции, то все-таки то самое важное, как они это просто сами усведомляли, что это не выбор большинства, что, как бы, коли демократичная оппозиция бирает этот шлях, то она бирает его для чего-то. Для того, как поглыбить, да, смобилизовать там вот своих прихильников, сделать их больше проевропейскими, там, прозаходними и так далее. Коли это робится для этого, коли на это зрозумелая выразная ставка, ну, может, это мае некий сенс. Или, снова же, питание в том, что не повинны усведомлять в той момент, коли на это робить, что это идея, как бы, как сказал вот Артем, да, у диссонанса, как бы с меркованием там вот таких больше широких массов. Тому, как бы, у это гулять, как бы, ну, певно можно, але, как бы, треба усведомлять, что того, что это робится. Я тут, певно, бы еще бы додал такие, видите, істотний момент. От ми в нашому питанні, да, от, в інших питаннях, якби у шматликих там, в принципі, люди про що кажуть, ну, ось це, що на шпагаті нельга стоять, ось це розсовування, що якби чорно-біла картина, і так далі. І якби це спробуючи відказати на ваше питання про консолідацію. Ну, ведаєте, навіть не глядячи на те, що ніхто не так і не промовив слово нейтралітет, ну, оно застається, що все ж таки у питаннях, да? Ну, застається нічим популярним. Да? Все одно є люди, які кажуть, що треба і з тими, і з цими. Є люди, які кажуть, там, що нельзя залазити в цю війну, да? Там, воєнним чином. Є люди, які кажуть, що треба не підтримувати ні тих, ні других. У принципі, це та платформа, ну, на якій можна було б якби, усіх перемогти. І тих, і других. І это, ну, у сенсі электоральним, безумовно. Да, это та идея, которая могла бы объединять людей. Это та идея, на которой можно было бы и Александру Лукашенко вельми легко перемогчи. Кажучи ему, что ай-яй-яй, ну, как бы ты куды нас завел? И, как бы, и кажучи, как бы, демократичной организации, да, на что вы туда лезете, коли, как бы, там ракеты летят, вы хотите, как на нас ракеты лететь? Это те аргументы, которые могли бы працаваць, да, в белорусском громадстве, и которые бы знаходили там некий водку. Питание у тем, знову ж, да, что это как бы совсем не то, ну, до чего готовы демократичный рух и до чего повинно готовы как бы, заходные партнеры демократичного руха. Хоть, знову ж, это питание там как потлумачить, да, и все ж таки никто, особливо в Беларуси, не чекает никаких там денег супрец России. Это бы, на вот проговоривание нейтралитета, может быть, было бы
куды больш мацнейшым крокам супраць Росіі, чым як бы спробуе апеляваць да абмежаванай меншасці, да, і которая больш прозаходней. Таму я думаю, што ў любым разе, калі казаць пра вось гэтую спробу там нейкай кансалідацыі, ну вось яна можа быць вакол гэтай ідэі. Яна сёння гучыць як бы крыху дзіўнавата. Ну, але як бы мы не ведаем, у якім свеце мы будзем знаходзіцца там праз год, праз два, праз паўгоды, як бы тут як бы сапраўды сітуацыя такая непростая, да? Можа быць заўтра ядзерная вайна пачнецца, як бы. І все гэтыя ідэі бессэнсоўныя. Але калі казаць з пункту гледжання беларускага грамадства, куды вот можна зайсці цяпер, каб гэта было падтрымана, я думаю, гэта нейтралітэт. Гэта выразная пазіцыя, што гэта не наша вайна, мы тут не пры чым. Александр Лукашэнка варыят, навошта ён сюды нас завёз. Демократичная оппозиция так само не имеет рации, потому что как бы, нас зараз расстреляют. Как бы, и это была бы мощность, это была бы мощность консолидации. И знаешь, что самое интересное, ни в одной белорусской оппозиционной политик, ну и Александр Лукашенко, да, этого не промолил. Добре, дякую великий Ригор, дякую великий Артем. А наших глядачов я попрошу выказывать свои меркования, поудельничать в этой спречце Ригора и Артема, хотя они, может, и не так уже в горочи спрачались, ну, а вы маете мощность с ними поспрачаться, выказать свое уластное меркование, а затем, как пойдуць падзеі далей, на чым так вымовіць сэрца супакоіцца, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Дзякуй вялікі.